Леонид Дзержинский родился 29 апреля 1891 года в городе Городок Городокского уезда Витебской губернии в семье судебного исполнителя окружного суда. Окончил гимназию в городе Гельсингфорес, ныне Хельсинки. Чтобы прокормить себя, занимался уроками у частных лиц как воспитатель и репетитор. В 1912 году поступил на юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. Получал стипендию имени Шаляпина от Императорской драматической школы при Александринском театре. Изучил французский, немецкий, английский и польский языки. В 1918 году во Владивостоке принял участие в организации рабочего театра, работал режиссером и педагогом, затем работал инспектором по народному образованию, артистом городского театра «Золотой рог», руководителем театральной студии в обществе спортсменов. В 1920-22 годах работал артистом театра в городе Харбине. Китайско-восточная железная дорога. С 1922 года работал художественным руководителем театра при Дворце труда, в городе Чите. В 1924-26 годах, сотрудник рабочей газеты, в Москве. С 1926 по 1928 артист Московского государственного камерного театра, затем преподаватель основ сценического мастерства в Хутимаса, высшие художественно-технические мастерские и драматургии в университете имени Сунь Ят-сена. С 1935 года на творческой работе. В годы Великой Отечественной войны находился в эвакуации. Затем переехал в город Курган. Член Союза писателей СССР. Состоял на учете в Курганской областной писательской организации. Леонид Иванович Дзержинский ушел из жизни 16 февраля 1974 года. Похоронен на Северном кладбище Ленинграда, ныне Санкт-Петербург.